Поставила напоминание забрать кашу на сегодня в 23 часа 53 минуты. А и сосиски вот эти? Так, по центре продолжаем вот эту топовую игру. Поехали. А ты когда вернешься, Пэк? Ладно. Блять! Сука, в зонах боевых действий часто можно наткнуться на установленные мины, не разорвавшиеся снаряды. Ебучий креосан, какого хуя, блять? Я обосрался! С хуя это видео запустилось? Фу, сука! Пок, что ты говорила? Я забыл уже. Ебать, я обосрался, блять, креосан. Фух, блять. Кто скинул это мне видео, блядь, про Криосана, блядь? Не, Масленникова я не люблю. Это Соня его любит смотреть. Смотрел когда-то Масленникова. Мне кажется, мне никогда не нравился, а потом еще на него разоблачение вышло. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce. This is a notification that you have reappeared on our monitoring system after a prolonged absence. Please continue to do whatever you did most recently, and discontinue whatever you were doing immediately prior to that. Это я просто для тех, кто вчера не был на стриме. Ой, блядь. Ну, я так предполагаю, мне надо в этот дом зайти, но я такие видео видел в ТикТоке по Майнкрафту, кстати. Хотел себе этот мод поставить. Видели такие ТикТоки, когда чел вот так вот хуяк и как-то в этот дом заходит? Охуенный, я хотел бы реально попробовать мод поставить себе. Бля, как это все сделано на движке? Я просто не очень представляю, как это закодить. Вот я ну, в некотором коде я понимаю, да, шарю. Но как это вот закодено пространство в пространстве? Вот как это сделано? Смотрите. Видите, оно же больше. Это же не просто я текстурку дома закинул. Здесь видите, какая стена? А здесь вот такая стена. Вот как это, блядь, закодить такое? Я вот хочу попробовать в косой дом зайти. Чуть-чуть в косой дом. А, гляньте, я захожу, и он выравнивается. Да, уважаемый Петяпа, вы проигнорировали мой прошлый донат. Уважаемый донатер, вы бы могли бы его повторить, вместо того, чтобы меня заставлять и всех зрителей заставлять ждать, пока я найду ваш прошлый донат. Спасибо за внимание. А, это тоже выход. В смысле, у этого дома есть несколько выходов. Подождите, мне надо как-то самому уменьшиться или еще больше? Мне надо еще больше увеличить этот дом. Глянь, я понял. И выход поменялся. Охуеть. Оп. Гляньте, теперь этот вход для меня подходит. Охуеть. Ой. Что-то с музыкой стало. Блин, ну как же офигенно они сделали это. Так, ну на всякий случай возьму с собой. Телевизор.
Опять страшилка сейчас начнется какая-то. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce. In addition to continuing and discontinuing as mentioned earlier, please also disregard any unsettling experiences that you may have recently had. Everything should have now reverted to being soothing and therapeutic. If this is not the case, you may be receiving this message in error. Не могу подключить. Блять, опять страшилка ебучая начинается. Ага, мне вот сюда надо. Да ну, в смысле, я что, смогу сделать настолько большой вентилятор, что он меня подкинет наверх? Ну уж, очень уважаемый Петяп, вы опять мне не ответили. Я сказал, даже вы делаете сигны. Да, да. Блин, я слишком, да, переборщил. О, Багулина, ебай, глянь. Нашел Багулину. Ну, теперь хотя бы чуть-чуть понимаю, как и движок действует. Опа, вход. Охренеть, очень круто. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce. And I'd like to read you my favorite inspirational quote by me. Похоже, еще знаете на что? Can do is focus on negativity. Этот Interstellar фильм. From the cage of death, the pain of disease, the cruelty of time, the cold shell of human nature, or the eventual loss of everything you've ever held dear. Whatever you do, don't focus on that. Смотрите, я правильно понял то, что я сначала должен сделать вот так, а потом сделать его настолько гигантским, чтобы войти туда. Где этот вход? Куда вам обратиться по поводу сигн? Ну, наверное, надо донаты попрочитать. Было бы и все. Ой, блядь, уменьшил! О, глянь. А, нет, не попаду сюда. Или попаду. Блин, ну как же офигенно. Гениально, кто это придумал? Опа, в смысле? Пересоздавать надо. Короче, надо, чтобы еще больше эта штука была. Вход слишком маленький, надо еще больше. Ой, блядь. А как мне туда подняться? Мне надо, видимо, сверху. Нет. Блядь. О! Походу, я идеально сделал. Подожди, он меня не пускает. Так. Я вот вроде сейчас должен выйти. Должен сюда поместиться. Да. О, стоп! Ой.
как мне туда попасть? Подожди. По идее... Вот я... Бля, охуенно. Ну, мог бы я бы себя бы вот так увидеть. Но вот этот выход, это вот этот вход. Желаю диктору Бегману приятного аппетита. Чмоки. Ладно. Так, смотрите. Ну, самое большое, что я смогу сделать, это... Как оказалось, нет. А как? Привет, величайший. Тебе тут обращение кинули. Ну что же... Не падай, не падай, не падай! А? А я одним донатом 300 отправил. Вы его и проигнорировали. А, да? А, да, реально. Реально, в это верю. Посмотрел, реально. Подожди, я где я? Hello, my name is Dr. Glenn Pierce, and I'd like to thank you for triggering every single one of our 823 emergency protocols. This will assist us greatly in improving the system for future patients. Congratulations. Anyway, you're now headed in the right direction, and we should be able to initiate the emergency exit protocol shortly. Да я гений, блядь. Я ебучий гений. Капяо. Что-то слишком очень медленно иду, потому что я маленький. Да мне, видимо, в этот домик, да? Блядь. Наверное, даже можно было бы поменьше его сделать. Вот. Блядь! Как же охуенно. Блин, кайф. Ну сейчас уже, видимо, головоломок не будет. Будет просто вот такое для кайфа. Спасибо вам. У нас прям странная любовь. Как в сериале. Да. Спасибо вам большое. Очень доволен. Да, да. Так. Угу. Просто заново, типа, уровни? Emergency exit protocol initiated. Please prepare to conclude your... А какой-то, ну реально, сюжет расстроится, то, что 10, я проснусь, выйду 8, из этого сна. Блять, кто-то обосрался. А, это кровь. Orientation protocol. Stand by for analysis. Ну это уже какая-то бурая такая кровь, для этого красная. You are exhibiting signs consistent with an increase in fear, hopelessness and frustration. This is inconceivable, as Somnasculpt therapy is proven to correlate with a decrease in these emotions. Не, это уже не краска, пацан, трек. Кровь там прям яркая была. Patient was improperly oriented. Conclusion. Проснись, проснись, проснись. Impossible. Reformulating. Improved hypothesis. Patient requires additional Somnasculpt therapy. Conclusion. Emergency exit protocol cannot proceed.
Emergency exit protocol has been emergency destroyed. Мне что? Instruction: continue with Somnasculpt therapy indefinitely on an independent basis, as all orientation resources have been exhausted. This concludes your standard orientation protocol. Goodbye. О, фу, бля. Я сейчас не понял, что произошло, потому что субтитры мало читал. Там важное что-то сказали? Подожди, опять будильник? На ваши донаты куплю я джакузи. Летаю так часто, как пули из УЗИ. Во мне 300 тыряк от ваших рублей. Заряжающий сотку, давай поскорее. Сигна, так и проследи, чтобы чат я не закрывал. Спасибо, кстати, за стримы. Поднимают настроение. Лучшие три. Сейчас, подожди, я... Да какой-то пчелобав урод, как будто снимал. Да, блядь. Ну это реально бава, ну, может быть. Мне кажется, как будто комната чуть-чуть на бок. Почему-то не могу туда войти. Сегодня 23 часа 53 минуты. Вот тут вот. Вот как-то плоско. Вот, вот сейчас, вот, вот видите вот этот момент? Вот тут палится, что какой-то переход происходит. My name is Dr. Glenn Pierce. Thank you for completing the Somnasculpt Standard Orientation Protocol. Блять, вот дело в том, что это как бы во снах делается в игре, но дело, я бы в этом бы во сне бы не додумался. Before we begin вот the first phase of therapy, I'd like to briefly describe the finite and fragile nature of the dream state. Ой, блядь. Подожди. Уф, блядь, вот сейчас вот начинает даже... Вот сейчас пиздец пошел. А... Подожди, что сделать? Nothing is more challenging than the difficulty of changing perspective, of fundamentally altering your perceptions in a way that will enable you to face dire, trial-by-fire scenarios with solutions that could not be found otherwise. Ой, блядь.
Почему страшная музыка начинает играть? Блин, ну вот сейчас как-то это все ускоряется, и я не успеваю этим насладиться. Как-то оно все... Подожди, стой. Теперь в эту сторону показывает. Стоп. Теперь в эту сторону показывает. Блять, за мной Хаги-Ваги бежит. Подожди, я не понимаю, надо понять сейчас. И еще чат не буду читать, потому что мне пишут подсказки в чате. Подожди. Холл 2 показывает направо. Потом холл 1 показывает налево. А, блядь. Чё? Просто надо было идти? Тихо, что это было сейчас? Так, ну я же что-то сделал, что однажды здесь был проход. Что я сделал для этого? Блять, такой соблазн чат посмотреть. Подождите. Я его просто заруинил. Да, блять, я еще хочу попробовать на вот эту штуку запрыгнуть. Так, налево мигает. Налево мигает. Направо тоже мигает. Как-то, блять. Я думаю, может, это платформа 9 и 3 четверти, блядь. Тут дело в том, что вообще ни с чем нельзя повзаимодействовать. Тут что-то надо именно... Может, задом? Холл 1. Блять, что-то. Как я что-то сделал? В чем загадка? Цынь. А сейчас будет, ну типа, отрицательный звук. Сейчас будет положительный. Холл 2, повернуть сюда. Здесь ничего нет, но тут было. Почему я в него вошел и ничего не поменялось?
Да я вот, я пытался задом, ну ладно, попробовать полностью задом, да, идти. Не, сейчас. Сейчас. Реально. Но я же уже так делал, Кек. Подожди. Надо идти туда, куда стрелочка говорит. Глянюточки. В обратную сторону как-то течет. Прикольно. Подожди, а где кубик? А где кубик? Я его хотел сейчас использовать. Здесь не смогу забраться. Подождите, я что-то сломал походу, потому что... А, вот он кубик. Оп. На всякий случай возьму с собой его. А. Finally, while we respect the unique progress of every patient, я это в трейлере видел. You must understand that it is possible to completely exhaust your supply of dreams, thereby entering a state in which you will not be able to wake up, even with the help of triggering mechanisms. Кек. Топовая хуйня. Ну, сюда это очевидно. А что, если я пойду вот сюда? Это курить говно? Ну, зацените, это говно, а это мундштук. И что это? Курить говно? Это рисунок курения говна? Я курю дерьмо? Это об этом? Ну, блять, это очевидно, какашка. Не понял. Ну, какая-то, видимо, пасхалка, но... Ну, пасхалка на курение дерьма, что ли? Или чё, блядь? А! Так, что, блядь? Ага, почему-то меня сначала поотталкивало. Сюда, прикольно. Отталкивает, отталкивает. Carefully for the sound of an alarm clock, which will automatically play if you are approaching a destabilizing dream weight. Отвал! Отвал, пизды! Не, в какой-то момент они-то 3D-шные, потому что они, ну вот,
Вот сюда, допустим, если посмотреть, да, они пересекают друг друга. Но в какой-то момент они перестают быть. Вот они. То есть сейчас это картина. Смотрите, а вот сбоку экрана это не картина. Ой, а вот сейчас это картина. Подожди, а теперь это всегда картина. Это... Я в картинах. А сейчас это не картина. Я не могу туда, да, зайти? Да. А, есть. Есть вход. А это дверь. Бля, охуенно, да? Я... А это дверь, ребята. Вот будильник. Блин, кайфово. Это даже не игра, я бы сказал. Это просто типа объекты искусства. This is highly unusual. It appears you have entered the Somnasculpt diagnostic framework. Patients do not have access to this dream. Diagnostic warning. Unrealistic use of dream objects may result in dream integrity fail states. Блять. Подожди, блять. Еще пока не забыл. Козлина, блядь! Бля, я походу игру сломал. Майнкрафт. Thank you.
Hello. My name is Dr. Glenn Pierce, and many years ago, I had a dream. I found myself in a place where I understood that each of us begins as nothing, where everything I perceived was shaped by seeing it exactly the way I wanted to. White space. Подожди, я сверху, да? А, вот, да. Подожди, что мне надо сделать? Что надо сделать? Что сделать надо? Что сделать надо? Не, реально, что ли, паркур? Да, ну, вряд ли. Ну, да. Кажется, как будто это обои такие, а это... Я в матрице, получается? Она выше. А дверь выше. А как? But in white space, I also faced the greatest challenge I could imagine. Because with a lifetime of life itself behind me, and all of the weight that it carried, I realized that seeing things the way I wanted to was not as easy as it used to be. Подожди, я здесь смогу сделать самую большую хуйню в мире. Блять. Ща. Я хочу сделать самую большую хуйню в мире по центре.
Мне кажется, просто есть предел. Походу я... Это предел? Да или нет? Неважно. Подожди. А, я понял. А? Блять. Nintendo Switch? А что мне выбрать? Какой мне выбрать? Отвал пизды, блядь. Я, по идее, сейчас должен себя видеть. Подождите, я что-то не очень понимаю. Синяя, оранжевая. Оранжевая, красная, да? Оранжевая, красная. А. You're well beyond dreaming now, and further out than anyone has ever come back from. But we hope that you won't get discouraged. After all, if this is a place of pure perspective, isn't it also a place where a different point of view could make anything possible? Isn't that why you came here? В смысле? Подожди, оно сюда становится. Оно стоит на черном. Блять, ну я понял, сейчас. А, да ёпту! Блять, пацантре, это вроде как легко, но это нихуя не легко. Thank you.
всякий случай. Это не выход. Обеими. Ой. Ой. Блять. Блять! Не понимаю. Кое-что не понимаю. Мне как... как мне подняться по одному кубику? О! Блять, а как мне по этому кубику подняться? В О зайти? Нет, нельзя. О. О. Подожди-ка. О. Ёбаный сыр. Блять, на работу пора, сука. В школу проспал, блядь. Сука, в школу проспал. Опять? My name is Dr. Glenn Pierce, and by now, you may have realized that all of this has happened exactly the way it was supposed to. You see, everyone who comes to the Institute does so because they feel that they are no longer in control of something important to them.
But more often than not, the problem is not that the problems we face can't be solved. The problem is that we become so afraid of failure that we refuse to see our problems from a new perspective. Ну, сильно. And so, we do the same things again and again and again. And therein, of course, we find exactly the failure we were looking for. Я теперь назад иду. Я во всем иду назад теперь. Your life will always be a struggle, and you will always have problems. Today, you have the chance to see things differently. Even though it meant facing obstacles that seemed impossible at first, you thought outside the box, and you overcame them. Because you saw things from every angle, you understood them for what they really were. Because you kept moving forward, no matter how far off the path you were told you were headed, or how unexpected it became, you found your way. Бля, подождите. А теоретически эту игру можно заспидранить быстрее, чем за 2 часа и вернуть за нее деньги, блядь? In a few minutes, you'll be back in the real world. And some part of you will say that none of this was real. So, how could it have really meant anything? But, just like the power of perspective itself, it will have been as real as you believed it to be. All you've got to do is wait. Копяло. Прикольно. Кайфовая. Сцена после титров есть, как в Marvel? В смысле, кооператив? В этом можно с кем-то играть? Дополнительные режимы? Режим испытаний? Подожди. А, подожди, это то, что я уже проходил, только отдельные уровни, да? Батл рояль, блядь. Прикол. Бля, вообще кайфовая тема, пацантре. Я реально прикайфовал. Вот. Ну, это реально не игра, это объект искусства, реально. Очень круто. Очень круто. Восхитительно. Реально восхитительно.